Здравствуйте, Петр. Это Владимир Путин. Я совершенно случайно узнал, что у вас сегодня день рождения. Мне, как президенту страны, чрезвычайно приятно по возможности лично поздравлять своих сограждан. Для этого я звоню вам, отложив все государственные дела. К сожалению, мне не сказали, кто вы по профессии, хотя это было бы очень интересно знать. Но в любом случае, я уверен, что кем бы вы ни были, свою работу вы выполняете честно, достойно и профессионально. Хотелось бы узнать о ваших увлечениях. Они обычно много говорят о самом человеке. Судя по тому, как о вас отзываются окружающие, эти увлечения очень интересны и занимательны. Пусть же каждый ваш день будет наполнен неиссякаемым оптимизмом и головокружительными успехами в профессиональной деятельности. Искренне желаю, чтобы во всем вам сопутствовала удача и везде вас встречали только с открытой дверью, открытой душой и распростертыми объятиями. С днем рождения!